Всем привет, меня зовут Мила, и сегодняшнее видео я хочу посвятить итогам года. Наверное, очень много буду говорить о себе по большей части, и это видео будет завершением, можно сказать, какими-то подведением итогов. Возможно, вам тоже будет интересно подслушать, подглядеть, возможно, чужую жизнь, чуточку так, немножечко. Вот, ну, кому интересно, так что... Прошу пожаловать, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Если вы до сих пор не подписались на мой канал, то не поздно еще это сделать. Так что давайте начнем. Чуть не забыла, хочу поздравить вас с предстоящими праздниками, с Новым годом. У нас в Израиле Новый год как таково не отмечают, только русские, которые здесь недавно, либо ну даже те, кто давно, хотя далеко не все. Здесь среди израильтянов он считается сугубо христианским, и это, конечно же, стереотип, который мы, русские, так и не смогли вывести. Я тоже не очень собираюсь его праздновать. Чисто символически это все будет выглядеть. Как я вам уже сказала, хочу подвести итоги своего, почему я говорю своего, потому что число 16, это, ну, во-первых, дата моего рождения, во-вторых, не знаю, многие из вас, наверное, читали Пелевина, у него есть отличная просто книга под названием «Числа», он в этой книге философски развернул то, что у многих людей есть определенная привязка к определенным числам, будь то дата его рождения, будь то какие-либо другие числа, так или иначе всплывающие в жизни. Вот у меня этим числом является число 16, да, оно меня очень часто преследует, и оно именно ассоциируется у меня с благими вестями, с удачей, и, соответственно, год 2016 я возлагала на него очень много хорошего, позитивного. Этот год, наверное, чем он был лично для меня примечателен, лейтмотивом этого года были мои занятия спортом. Кстати, вот я принесла ежедневник, чтобы что-то случайно не забыть. И, кстати, да, хотела сказать уже, раз мы говорили о еврейском и русском Новом году, то израильтяне отмечают Новый год в сентябре. И, соответственно, ежедневники, которые продаются в магазине, начинаются с конца августа. В октябре 2015 года я начала заниматься спортом, я наконец-то вытащила свою жопу на улицу и начала бегать, но, слава богу, я это стала делать не одна, наверное, одной бы у меня не хватило силы воли на все это дело. У нас здесь появился в поселке тренер, и он создал группу из 10 примерно человек. Факт в том, что мы освещенные общей идеей, общим желанием, мы начали бегать. Хотя это было все через боль, через не хочу, через не могу, через холодную погоду и вставать без 15:06 утра из теплой постели, выходить практически в дождь. Первое соревнование, в котором я участвовала, было в начале этого года. Это было в Тель-Авиве, забег на 10 километров 26 февраля. Там я получила вот такую вот медальку. Я в это вообще никогда не могла и поверить, что я пробегу 10 километров. И со мной ничего не случится, что я не упаду посередине. И мы пошли дальше. Следующей нашей целью было пробежать полмарафон, это 21 километр. И мы решили выбрать город Иерусалим. Наверное, самый наименее оптимальный город, в котором можно делать полумарафон. Иерусалим, кто в нем не был, это сплошные горы, подъемы, спуски, подъемы. И тем не менее, 21 километр я пробежала, и вот она моя... медалька, на котором есть изображен старый город, и я, ну, наверное, да, горжусь. Наверное, горжусь, хотя я только сейчас начала осознавать, что я это сделала, что я через это прошла, и это было 19 сентября.
Очень долго, все лето мы готовились. Через день мы тренировались по 7-8 километров. И в конце каждой недели мы бежали длинную дистанцию. И самое большее это 17,5-18 километров. И наш тренер сказал, что вот 21 мы уже пробежим спокойно, по-любе. Вот. Но когда пришел этот день, это был ночной забег, то есть это после целого дня, и мы волнуемся. Даже если ты думаешь, что ты готов, то все равно в тебе есть какая-то вот долька сомнения, а сделаешь ли это, пробежишь ли ты, и как это все будет происходить вообще. За уже 5 часов до соревнований есть нельзя. Кто из вас хочет бежать, хочет начать бежать или уже бегает, вы наверняка знаете, что бег на длинные дистанции чаще всего сопровождается тем, что вы это делаете абсолютно в одиночку. То есть вот у вас может быть напарник на первые 5, 6, 7, максимум 10 километров, но потом каждый уже бежит в свою силу, сколько он может, как он может, и это тяжело, конечно. Сам по себе бег, я вам так должна сказать, наверное, его недостаточно будет, чтобы пробежать такую длинную дистанцию. Хотя, опять же, это все очень индивидуально. Есть люди, которым это достаточно легко, но я по себе знаю, я поняла себя, узнала свои слабые моменты в теле, и я начала сейчас уже после 21-го. Я начала ходить, записалась в тренажерный зал. Я нашла себе хорошего русскоязычного инструктора. Мы друг друга поняли, обозначили моменты, которые мне лично важны, что я хочу в себе улучшить и для бега, ну и кроме всего прочего, чтобы просто красиво, хорошо выглядеть. И я чувствую, насколько мне легче стало теперь бегать. Да, ну после этого 21-го я еще раз пробежала в Тель-Авиве. Был ночной забег, но это был чисто любительский, там не было ни полумарафон, ни марафон, там была только десятка, возможность пробежать. Вот его медалька, кстати, с каждой медалькой еще шла футболочка, с каждого забега есть своя футболка, это очень круто. Марафон был 16-го, кстати, 16-го, да, ноября, и эту десятку я уже пробежала гораздо с лучшим результатом, чем самую первую, которую бежала в начале года. Спорт мне дает какую-то легкость. Я когда бегу, я чувствую, что я чуть ли не летаю. Я тоже начала придерживаться правильного питания, хотя я не могу сказать, что вот я прямо как по книге все соблюдаю. Очень часто мне хочется съесть что-то сладенького, и я себе в этом не отказываю, я стараюсь просто в умеренных количествах сказать, что вот я отказываюсь от всего сладкого. Мне кажется, это просто даже неправильно. Все-таки живем один раз, и даже если вот у вас такая цель сделать красивую, классную фигуру, хорошо выглядеть, но нельзя вот забывать свою душу. Для души тоже что-то надо. В этом году спорт занял очень большую часть моей жизни, моего времени, наверное, даже больше, чем YouTube. Вот в прошлом году я была полностью погружена, поглощена YouTube'ом. Я не знаю, раскрыть ли вам немножко эту ширму, интересно ли вам об этом послушать, но вкратце могу рассказать, что в среднем, чтобы записать видео, мне занимается часа 3 примерно, иногда и 4, и потом, чтобы это видео уже запустить на канал, то это занимает еще примерно почти неделя. Но у меня реально нет времени, потому что я все-таки семейный человек, у меня двое деток, девочек, у меня работа, я не домработница, я не домхозяйка, я каждый день работаю, даже по выходным. Я ненавижу, когда ко мне кто-то подходит посередине, вот у меня мысли играют, что мне нужно там вставить такие-то, там, не знаю, клоузапы, косметики, что-то там, может быть, досказать, что я забыла сказать в самом видео. А кто-то ко мне подходит, что-то спрашивает, у меня вся пирамидка это распадается. Я ненавижу, я поэтому монтирую только ночью. Моя жизнь еще полна, конечно же, косметикой. И есть некоторые открытия, которые я сделала в этой сфере. Первое, действительно для меня открытие, совершенно случайное. Я купила крем для глаз под глаза от Lancome под названием Visionaire. И чем он примечателен, то что у него на конце вот такая вот пипетка есть с пупырышками. Она силиконовая. Я думала, ну, типа, еще один гиммик, типа, придумали что-то, чтобы уговорить нас купить это, подумать, что это что-то гениальное, на самом деле, как обычно, но нет, вот эта вещь действительно гениальная, крем уже давно закончился, но я продолжаю этой вот вещью пользоваться. И я поняла, что вот насколько я
чистоплотная, в плане лица я делаю трехступенчатый этап очищения кожи. Когда я стала наносить этот крем под глаза, я вдруг смотрю, что эта пипетка из прозрачной становится коричневой. Я поняла, что у меня столько там консилера несмытого под глазами, хотя я была уверена, что уже нету совершенно ни капли мейкапа. Я практически ответила себе на вопрос, от чего формируются все морщины, в первую очередь вот как раз под глазами. Вот скажите мне вы, насколько вы хорошо очищаете вот эту зону под глазами. И еще одно открытие, которое я забыла принести, это праймер для ресниц. Можете назвать это праймер, можете назвать это сыворотка, и неважно как, есть у разных фирм. Сейчас конкретно я пользуюсь от Smashbox. Она меня устраивает, она мне очень нравится. Она делает мои ресницы реально длинными еще до того, как я начинаю касаться до них тушью. Сама по себе тушь не решает проблему, а у меня реснички очень коротенькие и светлые. И последнее, о чем хотела с вами поговорить, это о книгах. Хочу поделиться с вами теми книгами, которые я читала в этом году. Можете не говорить, что я тупая. Но я в этом году прочитала все три книги 50 оттенков серого английского автора Эл Джеймс. Когда уже вышел фильм, я сказала, что нет, я лучше сначала прочитаю, потом его посмотрю. Но по-русски я не смогла его читать совершенно. Мне не понравился перевод. И я взяла его в нашей библиотеке на иврите и осилила все три книги, хотя я сейчас четвертая, но четвертая, мне кажется, неинтересная. И мне интересна эта книга не из-за того, что там сюжет какой-то, и вообще, честно говоря, эта книга как комикс. Здесь тупо ситуация-диалог, то есть нет ничего интересного, но мне была интересна психологическая сторона этой книги, именно двух героев, которые совершенно не похожи друг на друга, они совершенно из разных двух миров, разного социального статуса и разные по характеру. И мне было действительно чисто с психологической стороны интересно, как же это все разовьется. Когда они первый раз поссорились, меня это совершенно не удивило. Потом, когда они соединились, и это уже было навсегда, это было тоже достаточно предсказуемо. Концовка совершенно идиотская. Это тоже английский автор Нил Гейман. Вау, мне эту книгу подарил мой друг Вадим, вот, она достаточно старенькая, потрёпанная, он мне дал почитать и сказал, раз тебе так понравилось, я тебе ее оставляю. Это действительно, как мне кажется, гениальная книга, если вам нравится жанр, ну не то чтобы фантастики, но такая мистика, именно хорошая такая мистика, которая заставляет вас задуматься о каких-то вещах невозможных, но заставляет вас задуматься, а вдруг это возможно? Не первая книга Нила Геймана, она примерно пятая или шестая. То есть он уже набрался опыта, он ее издал в 2011 году и получил за нее много премий, так что, ну, советую вам. В отличие от этой книги, которую он, если не ошибаюсь, в 96-м издал, и она одна из первых, вторая, если я не ошибаюсь, книга «Никогде». Но эта книга, как бы просто я влюбилась уже в этого автора, я захотела прочитать еще что-то. Интересный сюжет, где герой сам для себя, не осознавая, вдруг умирает, то есть он как бы продолжает жизнь в своем разуме, но его тело уже не принадлежит физическому миру, и он переходит в нижний мир, и там своя жизнь, там свои какие-то обстоятельства, ситуации, люди. Видно большая разница в росте самого автора, потому что здесь тоже мистика, но здесь практически нету сюжета. Мне больше всего вот именно возможности покопаться самому в себе. Пожалуй, это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Вот солнышко ушло, опять, наверное, начнется дождик, поэтому надо закругляться. Спасибо большое, что вы досмотрели до сих пор это видео. Если вам показалось, что я вам рассказала что-то, хоть сколько-то нибудь интересное, полезное, то ставьте мне лайк. Надеюсь, что вы не потеряли время зря. А если вам не понравилось то, о чем я говорила, то не стесняйтесь, ставьте мне дизлайк. Все в порядке, я не обижусь. И я надеюсь, что мы очень скоро увидимся в новом году, в ближайшем году. И обещаю вам очень много интересных новых видео. Буду стараться вам записывать вообще что-то бомбическое. Желаю вам в новом году счастья, любви, здоровья, удачи, денег, не знаю, всего того, чтобы вы сами себе пожелали. Я надеюсь, что действительно, все будет хорошо в ближайшем году, не менее хорошо, чем было в этом. Большое спасибо вам за просмотр и увидимся совсем скоро.